Я не расист, Трамп. Американский президент не считает себя расистом. Президент США Дональд Трамп выступил перед репортерами в ночь на 15 января во Флориде и заявил, что он не расист, сообщает CNN. Американский лидер отметил, что не делал оскорбительных высказываний в адрес стран третьего мира и не считает себя расистом. «Нет, я не расист. Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо возьмете интервью», — сказал Трамп. В Сенате США Трампа сравнили со Сталиным. Напомним, Трамп во время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, вонючими дырами, считал. Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими. По материалам сайта news.com.